Какие-то опасные чары. Не подходи ко мне. Какие-то опасные чары. Не подходи ко мне. Какие-то опасные чары. Не подходи ко мне. Так, если собираешься вниз, за оружие не хватайся, а то нам придется познакомиться поближе. Проходи и веди себя прилично. Не завидую тем тварям, что живут в таком темном и холодном мире. Если будешь ходить с такими заклинаниями, нарвешься на неприятности. Какие-то опасные чары. Не подходи ко мне. Какие-то опасные чары. Не подходи ко мне. Нужно что-то. Какие-то опасные... Добро пожаловать. На первый раз, думаю, можно. Найди себе место и наслаждайся. Нервишки, Шаля? Ну, только никому не говори. Вот, бери и сгинь с глаз моих, пока никто не заметил. Погляди. Обязательно отведай наш... Водную скубу, пока ты здесь. Нервишки, Шаля? Садись и расслабься. Может, еще... Ну, вот и все. Что за... Бедолаги, как скуму вашу попробуют, не в состоянии сопротивляться. Скума с водой из источника получается такой крепкой, что в трейлах у нас нужды не будет. Удачно хозяин в таверне подслушал, как старик про это место разболтал.
пещеры? Интересно, что там внизу? Почему бы тогда не попить крови кабана? Это проще, чем кабан. Хозяин говорит, это какой-то оскверненный источник вроде. На вид кровь, а на самом деле не настоящая она. Если выпить, приходит сила. Но с ней и куча проблем. Вот мы и решили добавить это в скуму.